Для вязания узора нам потребуется 2 декера. Узор начинаем с правой стороны и будем сдвигать в левую сторону. Ориентируемся на 10 игл по меткам машины. 3 первых иглы у нас в работе не участвуют. Переносить будем четвертую петлю, но не на соседнюю, а двухугольным декером, то есть сразу на 2 шага. Можно просто перенести, но тогда узор будет гораздо проще, ну, менее симпатично, скажем так. Поэтому мы пересаживаем следующую петлю, освобождаем место для переноса и возвращаем на место. 3 иглы от десятки не участвуют в работе. Переносить будем двухугольным декером. Значит, следующую петлю мы временно держим на декере и возвращаем ее на место. 3 иглы не участвуют. Переносим 2, значит, третью временно пересаживаем на следующую иглу и возвращаем на место. Может показаться сложным, но на самом деле главное понять принцип вязания. Так, перенесли все иглы в рабочее положение, 2 ряда. Продолжаем вязать. 3 иглы у нас в работе не участвуют. Вот они. Можно их сразу сдвинуть вперед, чтобы не запутаться. Следующее. Трехугольный декер. Значит, четвертую мы временно пересаживаем. Сдвигаем 3 иглы. Возвращаем на место. Используйте тот декер, который в данном случае не участвует. Вот двухугольный. Сдвинули, пересадили 3 петли, вернули на место. Получается перенос объемный и четкие дорожки. Еще раз, если этого не делать, будет узор будет, он тоже получится, но будет гораздо проще. Гораздо проще. Можете попробовать, убедитесь. 2 ряда. Следующие 4 иглы. То есть 3 у нас так и не участвуют в работе. Есть место, где ажуры, будут 4 иглы. 1, 2, 3, 4. Значит, 5-ю мы можем спокойно пересадить. Так, мы будем использовать. И переносим 3 и одну. Возвращаем на место. 1, 2, 3, 4. Три, одну. И петлю на место. Следующее. 5 игл. Есть петля. 1, 2, 3, 4, 5. Значит, у нас 6-я игла сдвигается. Переносим 3 петли. Пересаживаем. И этим же декером сдвигаем 2. 1, 2, 3, 4, 5. Переносим 2 петли. Возвращаем петлю на место и этим же декером двигаем 3 петли. Ну и завершающий, 6-й, можно ориентироваться на крайнюю петлю, потому что 1, 2, 3, 1, 2, 3, у нас 10-я игла, 2 раза трехугольным декером делаем перенос. Раз. Два, возвращаем петлю. 10-я. Раз. Два, возвращаем петлю. Довели до десятки. Идем в обратную сторону. 3 иглы. Уже с другой стороны раппорта. Двухугольные декер.
снимаем третью петлю, 2, только теперь уже идем в обратном направлении. И так далее. Таким образом у нас дорожка пойдет в другую сторону. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать информацию по машинному вязанию. Ваша Наталья Некрасова.